как все-таки обычный человек, который не умеет играть на пианино, за 5 минут обучения сможет сыграть в дуэте с настоящей скрипкой или виолончелью? Секрет заключается вот в этой коробочке. Мы называем ее живое пианино. Она подключается к цифровому пианино, берет систему управления под контроль. Далее я выбираю любую мелодию, их там 400-500, да? И что происходит? На каждое нажатие клавиши устройство подставляет правильную ноту. То есть для того, чтобы играть свою любимую мелодию, мне не нужно знать нот. Но как видите, я нажимаю отдельные клавиши, мелодии нет, да? Для того, чтобы звучала музыка, нужно играть ритмично и поддерживать темп. И этого достаточно для того, чтобы играть в дуэте со скрипкой или виолончелью. А теперь только представьте впечатление человека, который впервые подходит к пианино, начинает играть свою музыку и слышит ее в живом исполнении. То есть это, конечно, вау-эффект, которым они хотят поделиться со своими друзьями, близкими, знакомыми и разместить это в соцсетях, или повторить этот опыт, или подарить кому-то еще.